Первый этап чемпионата России по пляжному футболу, который проходил в Санкт-Петербурге, завершился. Новосибирский клуб «Джокер» занял второе место в сильнейшей лиге мира. Местом мы довольны. Мы планировали результат 4 победы. Мы готовились к тому, что нам по силам одержать 4 победы. Вот. Но что это будет в итоге второе место, и сложится так, что гранды нашего футбола «Локомотив», базовая команда сборной России «Динамо», потеряют очки в матчах, где они не должны были терять. Это, естественно, мы не планировали. Вот. Но и одно дело планировать, а другое дело достигнуть этого результата. Из 5 матчей наши футболисты выиграли 4, уступив лишь одной из сильнейших команд мира, победителю Евролиги прошлого года «Кристаллу» из Санкт-Петербурга. Проиграли им 3-4, вот. Ну а с остальными всеми командами, в принципе, сыграли достаточно легко. Я думаю, в первую очередь за счет функциональной готовности, потому что Фабио нас подвел очень хорошо. Мы готовы функционально. И это отметил тренер сборной России Михаил Лихачев, сказал, что «Джокер» на сегодняшний день, третий период, обыгрывает абсолютно все команды. Тот же «Кристалл» мы выиграли 3-1. Вот, в третьем периоде. Ну да, я результат еще раз повторюсь. Второе место. Мы опередили такие команды, как «Локомотив», пятикратные чемпионы России, «Динамо», «Крылья Советов», «ЦСКА». «ЦСКА» вообще 11-1 обыграли. Вот, то есть, ну, пока все хорошо складывается. Сейчас в чемпионате России небольшой перерыв, так как стартует европейский турнир. Чуть позже первенство мира в Португалии. Поэтому второй этап сибирякам предстоит сыграть в конце июля в Москве. Третий этап пройдет в августе в Самаре. А финальные матчи плей-офф наши футболисты сыграют в сентябре в городе Сочи.